прошедшие выходные на лыжню России встали и ветераны отдела внутренних дел. 27 человек откликнулись на всероссийский призыв. И вот они уже в Курганово. И всех на территории ледового комплекса Курганово приветствует глава территориального управления Виктор Семенов. Это уже стало традиционно. На протяжении ряда лет мы проводим в этом спортивном комплексе СК Курганово «Лыжня России». Желаю всем сегодня уральского здоровья, хорошего настроения, хорошей лыжни и хороших достижений. Днем лыжни России! Ура! Вместе с ветеранами ОВД подкрепить уральское здоровье решили и школьники из сельской школы Курганово. Их представителям и было предоставлено право поднять флаг России на празднике спорта. Это победители лыжных гонок, шестиклассники Ксения Нагибина и Дмитрий Якимов. А потом забег. Пошли! Пошли! Пошли в кадр! Все бежали дистанцию на 2 километра. Ветераны ОВД набавили себе еще 16 метров, чтобы запомнился 2016 год – год лыжни России. Ура! Ура! После пробежки по хорошей лыжне всем вручали дипломы участников и значки. И был замечательный концерт, который подготовили участники художественной самодеятельности Дома культуры села Курганово. Калинка, калинка моя, саду ягода, малинка, малинка моя. Калинка, калинка, калинка моя, саду ягода моя.